раз мы представляем вам такую новую полуизвлечную куртку. Ни одного покупного элемента здесь нет. Имеется жаровня, сверлами. Довольно-таки хорошо. Длина жаровни 99 сантиметров, ширина жаровни 31 сантиметр, глубина 18 сантиметров. Дно и торцовые стенки выполнены из железа 5 миллиметров толщиной. Боковые стенки 8 миллиметров толщиной. Нанесена фактура под дерево. На них имеются на мангале кованые ручки. Вместимость до 12 шампуров. Также можно поставить вот такую решетку барбекю. Так, ширина данного стола 60 сантиметров. Ширина 148 сантиметров. Весь каркас выполнен из профтрубы 20 на 20 миллиметров. Толщина 1,5 миллиметра. Так, крыша из горячкатанного железа 1,5 миллиметра толщиной. Посажены на заклепки кованые. Так, имеются такие площадки 17 сантиметров шириной, толщиной 8 миллиметров. Имеется снизу полка, дровница. Весь узор кован цельнометаллический. Так, это пруток 12 миллиметров. Имеются хомуты. Так. Дерево тоже выполнено из цельнометаллического железа. Дровница выполнена из полосы. Столешница съемная. Когда нам не нужна, мы можем ее сложить. Когда нужна, мы ее подвешиваем вот так на цепь. Ширина столешницы 42 сантиметра. Массив сосны. Так, столешница обработана террасным маслом на основе воска. Конструкция мангала обработана нейтрализатором ржавчины. Покрыта грунтовкой Фабертекс. Покрашена грунтовой эмалью по ржавчине Дали. Молотковые, черные. Три слоя. Жаровня и аксессуары покрашен термостойкой краской Дали. Плюс 700 градусов. Мангал обработан патиной цвета бронзы. Имеются вот такие на мангале аксессуары. Это кочерга. Такая кочерга. Совок. Щетка. Также имеются такие аксессуары. Как бы декоративные. Это выполнено из обычного железа. Тоже кованое. Ложка. Нож. Нож не заточенный. И вилка.
На ваше усмотрение, можно пользоваться, можно нет. Первый раз делал вот такого филина. Для украшения как бы мангала. Является его изюминкой основной.